Дружко, каравай крає, дружко, каравай крає. Праздник, который существует дольше, чем письменность древнее ислама, а по заключению ЮНЕСКО считается одним из достояний всего человечества. Его отмечают в день весеннего равноденствия. В каждой стране Наурус проходит по-своему. В Иране, к примеру, это официальный Новый год. Однако главный смысл везде один – в духовном обновлении. Ассаламу алейкум. Улы байрам билан сизни шин кунгилдан табриклисим киле. Узим исимимнан, республика жетекчилиги исимимнан, хамина шушы улы байрамга жиылган бүтін көп милләтли халкыбызның шақты жиылган кунакларын, дусларын шушы яз байрамы билан. Табриклим хам байрамларыбыз мөбарак болсын. Мы обогащаемся через эти праздники, становимся ближе и понятнее друг другу. Дай Бог нам всем здоровья. Аллах верса матурна и треп килечекте да, то ту, ту ганнар шай треп яшерге. Навруз байрамы билен. Несколько лет широко отмечается Наурус и в Татарстане. Второй год подряд на Казанском ипподроме. Азербайджанцы, афганцы, казахи, кыргызы, башкиры, таджики, туркмены, узбеки, турки, а также представители Молодежной ассамблеи народов Татарстана угощали гостей национальными блюдами и знакомили со своей культурой. Праздник нового дня или нового года, так дословно можно перевести Наурус-байрам с персидского языка. У Науруса множество названий, но всех их объединяет один смысл – долгожданное пробуждение природы. У нас дома в это время, конечно, плюс 20, плюс 30, когда уже начинается весна, и у нас там очень тепло. Самых такие хорошие впечатления, мысли, воспоминания, которые у меня остались, когда мы весь дом, то есть вся молодежь собралась, и мы вместе праздновали праздник. Собирали, делали большой казан плова, варили большой казан сумалака. Все дети сидели, плясали, играли. Это тот самый день, когда не надо грустить, нельзя грустить, только надо смеяться, радоваться, веселиться. Как у нас говорят, «Хар рез атон наурез бот, наурез атон фи рез бот».
чтобы каждый день был у вас Навруз, и чтобы каждый Навруз был самым лучшим, и чтобы каждый день был как Навруз, то есть каждый день был самым лучшим днем в мире. На самом деле Навруз у нас празднуется по всему Татарстану, и сейчас, сегодня мы празднуем в Казани, через пару дней мы будем праздновать этот праздник в Челнах. В некоторых странах, таких как Иран и Афганистан, этот праздник имеет статус государственного. Собственно, к мусульманам праздник не имеет никакого отношения. Он старше ислама на несколько тысячелетий. Наступление весны начали отмечать еще в Древней Персии, когда люди поклонялись солнцу и огню. Это Навруз, у нас там 3000 лет, уже мы там отмечаем, очень старая традиция. И это в весь Афганистан отмечаются, у нас есть такой провинция, называется Мазар-Шариф. В это время года там много людей из всей провинции, и иностранные граждане тоже туда проходят, чтобы это хорошо отмечали. У нас там мы в этом ночи, мы сделаем такое блюдо, называется Афцин. Это все блюда, которые начинаются с буквы С. А еще мы там делаем семь фруктов. Семь фруктов это как сухие фрукты, мы все вместе вмешиваемся и водой. Остается 10-15 дней, а потом это готовится, и мы можем его и пригласить другими, и сами кушаем. И еще там мы делаем саманак. Саманак это тоже очень известно, не только в Афганистане, в Таджикистане, Иране, Узбекистане они тоже это делают. Тоже готовится очень долго, весь ночь. Это особо женщины собираются, там поют, танцуют, это сделают, как вечеринки это сделают. Вот это очень хорошая возможность для нас, чтобы мы же здесь далеко из своей семьи, из страны, из дома. Это хорошая возможность, чтобы мы отмечали, как вы видите. Мы здесь с собой принесли вот этот саманак и некоторые еще другие афганские сладости мы принесли. У нас все это есть, чтобы другим мы показывали свою традицию и чтобы мы видели, как в другие страны люди отмечают. Азербайджанцы считают, чем щедрее ты будешь Наурус, чем щедрее к тебе будет Новый год. Много у народа и других поверий. В этот день принято свататься, что приносит счастье молодым. В Азербайджане, к примеру, Наурус отмечают 13 дней, а готовиться начинают за месяц. В 1990 году возродили такой жизнерадостный восточный праздник Наурус. Вот сегодня мы находимся здесь, на таком жизнерадостном красивом празднике. Тут лично меня что больше радует, что тут нет национальности, нет религиозной принадлежности. Все люди радуются солнцу, друг другу,
угощением. И вот это самая большая радость, которую Всевышний нам подарил, по-моему. С чем всех поздравляю, с Днем Навруза, чтобы всегда была, хоть не на природе, но у нас в нашей душе всегда была весна. Каждая семья собирает большой круглый поднос с угощениями, в центре которого семени. Это проростки пшеницы. Пожалуй, один из главных атрибутов Наурузу. Без этой традиции нет полного ощущения праздника. Я хочу поздравить всех жителей Татарстана с хорошим, прекрасным праздником Наурузу. Желаю добра, процветания. Основные блюда на Наурус – ароматный плов, сладости и чай. Существует одна кулинарная традиция. Рис и сухофрукты в плове перемешивать нельзя, именно в Наурус. Тогда год будет спокойным. Байтерегім сен едің, бір бұршығым мен едің. Қолым қысқа демедің, қолтығымнан демедің. Рахмет туған ел. Қазақ деп соққан жүрегім, қазығынан бередім. Тайғағында тағдырдым, табанды саған тіредім. Рахмет туған ел, рахмет саған туған ел. Қасиеттім киелім, жаралған сене арқамды саған сүйедім, арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел, рахмет саған туған ел. Наурузом у казахов называется не только сам праздник, но и весь месяц март. Детей, рожденных в этом месяце, принято было называть именами Наурызбай или Наурызбек, а девочек – Наурыз или Наурызгуль. Приготовили национальное блюдо – башпармак. Опалили голову барана, вынесли барана, голову барана. Голова барана – это угощение. Ну, самое дорогое угощение у казахов. То есть самому дорогому гостю подают голову барана. Наурызы байрам құтты болсын. Дастарханыңыз мол болсын. Шаңырағың биік болсын. По мифологическим представлениям казахов, накануне дня праздника Наурус по земле ходит счастье. Поэтому ночь накануне праздника называли «ночью счастья». Наурус – день прихода на землю добра, света, когда расцветают цветы, начинают петь птицы, степь покрывается сочной зеленой травой, начинают течь ручьи, на землю спускается Новый год. Наурус – это день, когда на земле устанавливается добро. Это не религиозный праздник, а праздник земледелия. Наурус – это весенний праздник. Это когда наступает весна, весна равноденства. Это прекрасный праздник. Это когда все расцветает у нас. Это Наурус у нас, Кыргызстана, отмечает широко, очень широко, национальными играми. И она вообще-то Наурус одевается, все новые одежды, ходит друг к другу в гости. Мы
просит прощения, чтобы не обидели друг друга. Вот такие. Но это праздник мы очень любим, Наурус. И у себя, не только в Кыргызстане, сейчас по всем тюркским народам везде отмечают очень хорошо. И в том числе в Татарстане. Но мы живем в Татарстане, прекрасном городе, прекрасном республике. И мы очень любим такие праздники проводить. Наурус для нас тоже как бы ожидание весны, праздник весны. Просим от Аллаха, как бы, чтобы все наши, которые желания исполнились. Да? Именно в эти дни принято проходить обряд очищения огнем. Все люди желают друг другу добра и благоденствия. Слово самому Наурузу – это стаджик сессии перевести. Нау – это новый, день – это рус. Поэтому хочу на своем языке поздравить все казанцам и татарстанцам. Навруз атаун мубарак, харуз атаун навруз бул. Навруз в Турции отмечается, в принципе, как и здесь тоже так же. Народ собирается, веселится, друг друга угощает, хорошо, вкусное блюдо. И здесь только отмечается, может быть, в Турции погода немножко лучше будет. А так все одинаково. Hey, hey, hey!
спасибо, спасибо. Держите. Хотя весна припозднилась, казанцы почувствовали ее приближение благодаря ярким краскам, зажигательным напевам и ритмам и, конечно же, завораживающим ароматам восточного базара. Мену семьерлерми, бу гёзел Новруз байрамы мюнасибетиле тебрик элейрем. Бу Татарстан торпагында хамия гёзел гюнлер, гёзел байрамлар арзулы элейрем. Хамун левинде рузиси бол олсун. Хамунын ишыгы гүр янсын. Сау олун. Я своим землякам и не только всем жителям Татарстана желаю в этот весенний праздничный новорозный день всем благополучия. Вот тәбрик эләйрәм бүтән Азербайджан халкыны, Татарстанда яшаган ва дигәр халыкларның нумаендәләрне һәммәбезгә севгі, мәхәббәт, айләнездә бол рузы олсын. Яхшылык элиен, яхшылык, яхшылыкларына мәшгул олун. Әлбәттә ки, бу Новруз байрамы инсанлара севинч гетерер. Айләнездән севинчәсе ки олмаса. Тәбрик эләмәбезгә. Чок сау олун. Бүген Новруз байрамы белән бүтән Татарстан халкына ва Өзбекстаннан келеп калып сөйрдә яшәткән өзме земләләремә һәммәсене Новруз байрамыннан чын калбымнан тәбриклейм. Я всех татарстанцев и выходцев с Узбекистана, которые здесь проживают в Татарстане, от души поздравляю с сегодняшним праздником прекрасным весенним Навруз байрам белән. Беренчедән бардык Татарстанда жашаган татар элин жана башка элдердин барын бүгүнкү Навруз байрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бардык ой максаттарыбыз ишке ашсын. Майрамыбыздар менен Новруз майрамыбыздар менен. Урматтуу казандыктар, урматтуу татарстандыктар, урматтуу коноктор, сиздерди Новруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге каалдарым чын ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай каалайм.